Добро пожаловать на высшую передачу, онлайн-конференцию «Авито Автор». Сегодня 12 ноября 2020 года, день, который мы проведем с вами в прямом эфире, день, который будет буквально пронизан полезной и интересной информацией, настоящие профи автомаркетинга, ну и, конечно же, светило дилерского бизнеса со всей страны. И что самое интересное, выступления будут проходить как из нашей студии, так и из офиса Авито, а многие будут выступать даже из своего дома. Удивительное время, удивительные возможности. Это наш праздничный квартирник. В общем, будет много интересного, так что добро пожаловать. Меня зовут Михаил Белянин. Здравствуйте. Сейчас, друзья, мы хотим спросить, как у вас дела. Мы надеемся, что вы нашли комментарий к этой трансляции. Причем вопрос мы зададим не просто «как дела?». Мы задаем вам такой вопрос. Как дела? Как дела? Вот, пожалуйста, неплохо, постарайтесь в рифму, или, может быть, не в рифму, ответить на этот вопрос. Мы пообщаемся с представителями Сбера со всей России, как главами регионов, так и простыми сотрудниками, которым удастся до нас дозвониться. Мы услышим поздравления от звезд эстрады и шоу-бизнеса, ну и, конечно, от президента. Дорогие друзья, с нами на связи президент ПАО МТС. Большой палец вверх, так чтобы мы все порадовались за вас. Спасибо большое вам, уважаемые зрители. От имени компании Huawei разрешите поприветствовать вас. Наша конференция проходит и в офлайн, и в онлайн формате. Ну что ж, самое время открыть нашу онлайн-конференцию, что называется, перейти на высшую передачу. И, что приятно, откроем мы ее тоже в режиме онлайн. Проводим первую в истории онлайн-премию процветания всем компаниям. Удачи! С вами был Михаил Белянин. Я с вами не прощаюсь, я просто говорю вам до новых встреч. До встречи завтра в онлайне и в офлайне.